Игрок номер один, ваша минута. Доброе утро, город, музыкант, красный игрок. Речь хочу такую поднять. По поводу заинтересованности в любом деле. У меня младший ребенок пошла в первый класс, ее там заставляют учить еврей, она пытается, она выучила так через силу, но она его, ее не очень любит. Вдруг она мне несколько дней говорит, хочу русский, научи по-русски читать, писать, писать, читать. Я говорю, ну давай, давай научу. И тут она догадалась, сама взяла букварь какой-то, татарец Алимов, где есть слово на русском, на иврите. Она читает на иврите, смотрит на русском какие-то буквы. Видимо, когда-то я ей показывала пару букв и пытается вот это вот соединить. И так это упорно делает. 23 секунд. Ладно, свернусь. Короче, когда интересно, можно горы свернуть. Я за интересную игру. Вчитывайтесь, всматривайтесь. И имейте интерес. Три. Нет, игрок номер два, ваше утро. Добрый утро, город. Пацан прекрасный, конечно. Но цвет меня матч. А на самом деле, осторожно, можешь поиграть, но лучше останется в запасе. А после позиции по первому кругу, да, пока поскольку первый игрок, да, нет цвета пока. Более красный, ну, знаете, какой я национальщик. Безопаснее, когда вас поставить, потом будем решать. Всем удачи на игре. Игрок номер три, хорошо. Доброе утро. Я знаю, какой вы национальщик. Вы сначала играете, потом не играете, потом снова играете, потом что-то придумал себе. Выставил красного, который с ним играл,
Вот я Ведьмака вспомнила. Выставил шерифа, которому должен верить был. Выставил игрока номер два. Ну, давайте так. У меня, знаете как, у игрока два не хватило, для меня не хватило, вернее как, речь игрока номер два была коротковата. Для меня не хватило информации. И игрок номер один как бы меня темой купил, но цвет я ваш не знаю, поэтому я вас... Смотрите, давайте так. Ну, давайте... Нет, не буду брать в команду игрока номер два. А два выставила, потому что на два у меня большие сомнения. Ну, смотрите, пока у меня команды нет, так что я там дальше послушаю, а еще я черный. Спасибо, Фанс. Спасибо, игрок 4, вам доброе утро, город. Я не знаю, чего они поиграли с один. Остались за скобками, но я, пожалуй, поиграл с один. Мне что понравилось, что речь достаточно хорошо построена. Она вполне могла быть заготовлена, но, мне кажется, вы ночью продумывали. Вы искали, и посыл есть у речи, это то, что мне нравится. Когда есть посыл у первой речи, это лучше, чем просто рассказать о чем-то, что было. Потому что о чем-то просто так рассказать может любой, в принципе, а именно построить это как логическую цепочку, это тяжелее. Поэтому я, наверное, с первым игроком поиграл, плюс эмоционально мне нормально показался, не знал. Двойка, смотрите, вы не играете один, вы оставляете за скобками, но я не знаю тоже, я не совсем понял, почему. Вы сказали, вы оставляете за скобками, не знаю. Я поэтому, наверное, вас так раз оставлю за скобками. Тройка выставляет двойку, ну ладно, пусть попилим максимум. Не захочет двойка ни с кем пилиться, не будем пилить. Но вы тоже не играете с один. Хоть по эмоциалу вы лучше, чем два, я думаю. Между два и три мне будет чувствоваться три покраснее. Но вы не играете один. А мне один более красный. Так что, наверное, пока что поиграл один, два, три за скобками. С акцентом, что три чуть краснее, чем два. Вот так вот. Спасибо, пас. Доброе утро, город. Я вот вообще ни с кем не поиграю, кто со мной, кто у меня был. Игрок номер один. И эмоционал вроде хороший, а посыл, я так если вдуматься логически, как бы тут как сбалансировать желаемое с требуемым. То есть можно, если это экстраполировать, можно сказать, вот я черный, и как это согласовать с тем, что мне сейчас красную группу надо играть. Так, чисто такой, у меня такое размышление. Игрок номер два действительно отвратительно. Но игрок номер три выставил игрока номер два по нулю. Игрока номер два. Вот следующий ход, следующий круг будет открывать. Не знаю. Мне это не понравилось. С игроком номер три я тоже не хочу играть. Игрок номер четыре поговорил лучше всех. Вот, эмоционал у него самый лучший. Играть с игроком номер один. Ну, может, я буду пока по эмоционалу, только с игроком номер четыре аккуратно поиграть. 1, 2, 3 не играет, 4 так аккуратно предварительно. Нет, игрок номер 6 ваши. Игрок номер 2. Вы хотите вообще с кем-то пилить? Ну, послушайте, потом скажете, с кем вы хотите пилить. Да? Игрок номер 3, а вы хотите с кем-то пилить? Я буду 2 и 3, например, попилить. Вот вы пилились? Ну, посмотрите, из-за того, что вы жестко выставляете двойку, которую, как правильно сказал, пятерка, с которой, кстати, из-за этого играю, который правильно сказал, двойка открывает следующий. Имеет смысл выставить единицу, потому что и ждать 20 минут придется. А двойка уже вам через ночь скажет. Нет. Единицу мы сейчас выставлять не будем. Вот. Ну, вы же выставили уже двойку. Вот. Мне как раз очень не нравится. Нет, мне очень не нравится три. И три уже не сможет скрыться шерифом, потому что шериф такое себе не позволит так жестко выставлять, топить, ссориться с половиной города. Поэтому очень логично будет проверить три. Если три найдется черным, то поднятие значка вам уже ничего не даст. У вас 10 секунд. Вот. Поэтому я его проверил. Теперь. С четверкой я что-то прослушал. Может, отшатить меня за это. Я пока поиграю с 1-5. Я стал. И это время. Игрок 0-5 вашим. 5? А, 7. Окей, добро. Игрок номер один. Ну, я с вами поиграю. Рейф мне довольно понравилось. Выкала вообще нет. Никуда. Ну, тройка выставила двойку, что... Не знаю, не думаю, что его надо выносить, но некоторые хотят сделать, ну, попилить. Я двойка-тройка в скобках, четверка я с вами поиграю, речь очень хорошая. И смотрите, надо сейчас, пока не... Я думаю, что надо сейчас составить двойку, и уже на следующем кругу, тогда, когда двойка начнет день, тогда уже мы сможем делать вывод. Но, я не знаю, пятерка нет, пятерка вообще мало поговорила, и шестерка нет. И это время тайм-аут. Давайте звук снимем.
Я тоже. У меня вообще на режиме полета стоит. Я выключила. А потом не ходил, да? А кто это? Наверное, не могут. Я выключила честно в начале игры. Скажи, что ты в игре. Вот у меня сейчас речь, она выключает, да, и говорит алло. Нет, ну смотри, какая разница в чай. Да, я вообще в удивлении. Обычно ей никто не звонит. Мама. Мама не в курсе. Мама узнает последнее. А вот переписываться точно нельзя. Вот так вот двоих. А он не переписывается. Он играет в этот. Но сейчас поймал. Какая разница? Два игрока могут друг другу помогать? Могут, да. Лучше... Ты для косяки даже снимешь. Вообще по-правильному нужно телефон положить и выставить. По-честному. Сейчас. 51. 50. Все, давай, просто работай до вентилятора. Ну, слышишь, хоть вентилятор. Мы возвращаемся. Дроп номер 4. Поставьте телефон. Дроп номер 8 ваши. Мне, вот не знаю, почему мне один раз выдает, а один я не выдает. Ладно, мне решение понравилось. Три, нормальная вещь, но я бы не стала так жестко выставить. А сейчас мы взяем попил? Нет. М4. Вы не поиграли с 3, что нет, 3 вещи понравилось. 4, 5, 5. Хорошая вещь, но позиции не понравилось. 6 я не могу понять. И это время. Игрок номер 9, ваша минута. Доброе утро. Город Кирилл Красный. Номер 1, номер 5, номер 6. Я мне ваша вещь понравилась. Почему номер 7 вы прицепили с номером 5, что он выиграл всю свою минуту? У него ему предупреждение было здесь. Невнимательно слушали. Согласно с поставлением, с проверкой троечки, мне не понравился этот игрок. У них разный цвет между двойкой и тройкой. Самый черный у меня за столом. Либо 2, либо 3 из них. И игрока номер 7. И игрок номер 8 мне очень не понравился. Ваша вещь не зашла абсолютно. 4 почти наговорили на красную карту. Я вас еще послушать. Вы как бы... Я вас... Дела как бы за скобки. Но послушаю вас еще. Если мне понравится, буду с вами играть. Спасибо. Спасибо, игрок номер 10. Во-первых, с побелом разберемся. Еще там побел есть, да? Кого-то выставлять, нет? Не белим? Окей. Смотрите, во-первых, ну да, как бы по порядку пойдем. Игрок номер 1 вроде нормально поговорил, как бы нормальная речь, но в принципе нормально, можно обратно поиграть. Игрок номер 2 только пообсуждал единицу, мне не понравилось, как бы, что? Он только пообсуждал единицу, как бы он мог продолжить эту тему или еще что-нибудь поговорить, как бы. Вот, игрок номер 3 выставил двойку, ну, не знаю, как бы довольно сильно для какой-нибудь ролевой карты выставлять сразу. Ну, как по мне. Вот, игрок номер 4, вроде нормальная речь, как бы, не знаю, что вам девятка не понравилась. По поводу пятерки, с семеркой соглашусь, не соглашусь, что короткая речь. Да, как бы у него не короткая была речь, он, в принципе, нормально поговорил. Шестерка вот меня удивила, что не слушали речь четверки. Что-то странно. Игрок номер 8 вообще я половину речи либо не понял, либо не услышал. Просто что-то непонятное. Короче, не тянять. Это время. У нас только выставлен один игрок. Город уходит в ночь. When you come, open up your mind, invite me to your room for dinner. And when you get the chance, you are the dancing queen. Yeah.
недобрая для игрока под номером 3. Вас убили этой ночью. Вас минута. Самого лучшего хода в нынешнем. 2-6-8. 2-6-8. Принтер. Видите, я какие аргументы дам, это лучше ход это так. Аргументы я какие дам по столу. Из-за того, что я игрок красный, игрока номер 2 выставляла не жестко, а поговорить. После этого господин Ведьмак отхватил эту идею. После господина Ведьмака восьмерка тоже это поддержала. Теперь так. Господин Мейлер достаточно аккуратно сыграл. На четвертом номере запросто красиво красный. Ну, смотрите, будете сами разбираться. Что-нибудь умное? Ориентироваться не по кому, не знаю. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. И это утро разговаривает игрок номер 2. Доброго. А, в принципе, в среднем сроке было вполне... Если сказать низ, но как бы играть, как бы это не мешало. Я тут ничего такого все равно прислушал, как бы не бывает, в принципе. Сейчас поиграю 4-5. Вот. 6-6. Лучше ходишь, а снижу. Я бы не оставил. Я бы оставил бы, наверное, 7-8 и третьего я не вижу. 7-8. Вторая 4-5 и 9. 4-5-9 я проиграю. Я еще послушаю позицию, потому что, опять же, у меня пока она стабильна, поскольку она не спит, пока не подаст позицию. 6, я, может, уже теперь я странника буду паранойить. Поэтому каши избрать не буду. У вас 10 секунд. 4-5-9 играю, там много красных. 9, 8, 7-8. И это время. Игрок 4, ваша группа. Так, смотрите, у нас тут достаточно большая группа риска. Во-первых, двойка, которая стояла в разноцвете с тройкой. Тройка точно ушедшая красная. Я сейчас, постойте, я хочу полностью сказать, кто у меня подозрительный. Пятерка мне нравится. Пятерка поиграл, не понял, то есть семерка, чего к нему прицепились. Выиграл нормально. Восьмерка, которая поиграла с семеркой, тоже не очень понравилась. И шестерка, вы мне понравились тем, чтобы так просто проверить три, тут тройку застрелили. Это как бы вполне, ну вы прям так, единственное, кто очень сильно попросили, это вас ставит немножко под подозрение. Так что у меня группа риска и 9. Да, 9, но больше сам, кто первый начал это делать, и кто первый как бы так сказал, это 6. Ну и сказать, что двойка мне понравилась, тоже нельзя. То есть у меня тут большая такая группа риска. Давайте я выставляю, которому 6. Вы сейчас поговорите, вам не понравится, вы выставите. Пятерка понравилась. Девятка как раз тоже озвучила нормальную позицию и тоже не нравится семерка. Только что вы думаете, что шестерка не до конца понял. Хорошо. Единица еще раз поговорит, по предыдущему было нормально. И десятка. Вот десятки тоже надо будет прислушаться. Пока что играл 5 и 9, думаю, более аккуратно. Я выставил. Минута 5. Доброе утро, город. Ну, почти один в один снял с языка. Сейчас, наверное, меня съедут, как скопировал речь. Но это именно то, что я думал. Во-первых, 2-3. Разноцвет, 3 застрелили, значит, двойка пока предварительно, я не вижу пока аргументов ее краснее. 4 я играю, как и играл, сейчас он для меня более окраснился. Контрольно выставляю игрока номер 6, скопил игрока номер 3, просил его проверку, вероятно, сливал проверку. Если это не так, значит, выставите тоже кого-то на голосование, мы подумаем, кого голосовать. Пока вы для меня главный кандидат. Игрок, ну, еще был момент, что игрок номер 6 прослушал речь игрока номер 4. Это вообще не свойственно. Он никогда ничего не прослушает и не забывает. Даже сверх того. Ну, не знаю, похмелье. 20 секунд. Игрок номер 7, да, просто не слышал и говорил не в попад. И игрок номер 8. Играю игрок номер 9. И аккуратно игрок номер 10. Игрок номер 1 послушай, покажу. И это вне. Игрок номер 6 ваша вилка. Вы со странником все в одну игру играли. Что вы знаете про этого игрока? Окей. Смотрите, замечательно. Мне было бы интересно, вот когда вот стопили в 6, вот, типа просил проверить, 3, жестко. А мне было интересно, вот почему 4 и 5 не сказали, а в кого надо было проверять? То есть если бы вы сказали, а вот надо было бы проверить другого игрока, двойку, например, я бы вас понял. Но вы же не сказали этого. То есть вы считаете, что эта проверка слитая? Ну, замечательно, потому что для меня показалось вполне нормально проверить 3.
Потому что она точно стараться шерифом не будет. И... Ну, ее застрелили. Ну, что ж теперь. Вот. То же самое девятка просила, но девятка, как бы, она присоединилась, потому что я считаю, первый активировал. Но мне не понравилось, что вы не озвучили, кого надо было проверить. Двойка мне не понравилась по речам, не понравилось, что у вас на цвете. Четвертую не понравилось, что вы вот цепляетесь за этот аргумент. Давайте, выставляю игрока номер 4, кто-то все равно выставит 2. И я еще буду думать, посмотрим, кто выставит 2. Нет, да, вы. Я игрок номер 7, ваша минута. Значит, как вы думаете, выставляю игрока номер 2. Значит, смотрите, один для меня пока мисс классный, я хочу послушать. Четверка, как было, пожалуйста, так и остается, и четверка, извиняюсь, что я вас... Ну, я во время вашей речи... Ну, не сахар, не стал. Поиграть... Мы не щелкаем пальцы, даже громко. Ну, черт. Ну, двойка, восьмерка, что? Двойка у нее речь вообще никуда, и восьмерка у нее все запутано. Шестерка, я пока не знаю, черная, красная, она в стоп. Самая красная для меня это четверка. У вас время. Девятка красная. У вас время, игрок номер 7 это фол, игрок номер 8 ваша минута. Игрок номер 8, говорите громче. Игрок номер 10, это пол. Прислушивайтесь. Делаем попил. Не знаю. Делаем попил или нет? Ладно, 4-5 играем, 6. Нет. 7. Я не поняла, что мне запутано. Я просто запутала, что я думаю, пора поигрался. 8. 9 мне не понравилась речь. 10 нет. 7. Спасибо, игрок, что 9 ваше. Доброе утро. Тут я согласна. Значит, двойка-тройка разноцвет. Значит, если тройка ушла по красному, значит, двойка без составления двойки я согласна. Дальше. 4-5. Я с вами играю. Шестерка, я вас оставляю за скобками. Мне непонятно ваши дети. 7-8. Вы поговорили еще хуже, чем на прошлом кругу. Я вообще не знаю, что мне с вами делать. Десятка. Ну, пока осторожно поиграю. Единичка. Ну, пока я с вами играю. Пока с вами играю, но... Я хотела выставить двойку, только выставлена. В принципе, контрольно выставляю двоечку. В принципе. Есть еще яркий. Спасибо, пас. Спасибо, игрок. В смысле, пились только между вами? Мне, допустим, вот игрок номер 7 не нравится. Почему только? Я игрока номер 7, двойка выставлена. Вот мне у игрока номер 7 не понравилось то, что он спрашивал по четверке, выставлять или двойку. Типа, у самого у него аргументации нормально не было. Только после того, как я спросил. А так он как бы не очень аргументировал. Вот. У игрока номер 9 мне не нравится и короткая речь. Второй круг уже как-то довольно короткая речь, не полная минута, говорится. Ну, такое. Вот. По поводу двойки соглашусь с аргументацией вот троих сидящих. Подождите, надо пилить, да? А кого мы? Вы хотите пилить троих, да, хотели? Мы уже не пилим. Пилим. Кого? Я думаю, двойку, семерку и... Не двойку, семерку, я не знаю. Как... По-моему, не самая черная тут сия. И... Не знаю, кого-то может одно... Не знаю. Кто сидит, скажет. Это время. Игрок номер 1, ваша минута. Доброе утро, город. Рискну сказать, что не нужен. Попил, сносим двойку. Против двойки весь город. Хорошие речи, хорошие пацаны. И восьмерка, я не пойму, что с вами, что-то просто несу света, потому что семерка, ну, я не часто с ним играю, не знаю. Проверить восьмерку. Девятка нормально, речи короткие, ну, просто я знаю эмоционал. С вами я тоже осторожно играю, потому что я когда-то с вами играла, я помню ваши игры. У меня уверенная команда
4-5, шестерка, хоть тут вот эти товарищи с шестеркой ругаются, но то, что... Нет больше других шерифов. У вас 10 секунд. Я не думаю, что вы за то, чтобы 4 вынести. Ага. И это время. Мы переходим на голосование. Ставим руки контрольно, внимательно, сильно, пожалуйста. Вас очень прошу. Выставленные игроки. 6, 4, 2, 7. Повторяю. 6, 4, 2, 7. Опускаем руки за игрока по номерам 6. Спасибо. 0 голосов принято. Опускаем руки за игрока по номерам 4. 0 голосов принято. Опускаем руки за игрока по номерам 2. 1 голос принято. Опускаем руки за игрока по номерам 7. 9 голосов принято. Игрок номер 7. Окей, значит, я красный игрок, что-то... Смотрите, двойка, почему вы не... почему вы не подняли значок тогда, когда вас хотели выставить? Почему? Почему вы это сделали только тогда, когда мы вас выставляли уже? Зачем? Чтобы... Окей, смотрите, я не знаю, двойка шериф, двойка не шериф, один красный, четвёрка красный. Девятка красная. Девятка вообще не нравится. Спасибо, пас. Спасибо, мы прощаемся с игроком. В городе наступает ночь, одеваем маски. Садимся. Утро у нас недоброе. Для госпожи Клио. Игрок номер 9, ваша минута. Как я шериф этого города, я проверила шестерка красная. Значит, смотрите, двойка черная. Я бы носить двойку сейчас однозначно двойка черная. Двойка черная. Так, смотрите, возможно, восьмерка. Восьмерка очень плохие речи. И первая проверка моя, тройка, красная. Блин, слитая проверка. И вторая шестерка, красная. Выносите двойку сейчас. Выносите, все выносите двойку. И вот восьмерка, вас следующий кандидат, потому что очень плохие речи. Спасибо, пас. Спасибо, мы прощаемся с игроком. И это утро открывает игрок под номером 4. Так, смотрите, я не знал вообще, был ли это самострел, потому что называю шестерку красным. Я как бы стал в разноцвете шестеркой. Я не считал, что... Я вообще не понял, что за аргументация в плане того, почему мы не сказали, кого надо было проверить. Ну, там было понятно, между 3 и 2, хорошо. Но вы первый, кто начали так в 3 именно. Именно в 3 вы начали. То есть мне это до сих пор не очень понравилось. Двойка вскрылась шерифом. У вас какие еще раз проверки? Тройка красная. После этого... Кого после этого проверили? Меня? Тоже красным. Хорошо. Давайте так. Пятерка мне нравилась до сих пор. И с пятеркой я буду по-прежнему играть. Так, выставляем по номеру 6. Чисто из того, что вы мне до сих пор не нравитесь. Для меня, смотрите, учитывая, что 9, это шериф, который проверил вас, а вы называете меня черным, логично, что я не буду играть с вами. Вы сказали, что я черный. Так, в общем, мне нравится шестерка. Баланс. А кто ушел? Ушла семерка. Семерка не ушла непроверенным игроком.
Это какой здесь можно играть баланс, если семерка это непроверенный игрок? Никто из шерифов не проверял семерку и не знает, где он стоит. Это время. Игрок по номеру 5, ваше время. Выставляю игрока номер 4. 4? Принято. По моей версии, и единственному, то есть если бы это было уже шериф, ему никакой выгоды единственному голосовать ни туда не было. То есть, вероятно, это настоящий шериф. Только таким способом он пытался подтвердить свой шериф. Вот. Выставляю игрока номер 4. И по вашей версии есть черные игроки за столом. Но вы проговорили всю свою минуту. И сейчас на данной стадии игры вы никого не выставили. Выставили игрока номер 6. Прекрасно. Игрок номер 6 мне тоже не нравился. Но по версии игрока номер 9 это красная проверка. Я не могу не играть с красной проверкой. Если это даже не так, шериф номер 9 для меня намного более убедительный, чем шериф номер 2, который играл криво, который был под большим подозрением. Его выставляли. И это время. Игрок номер 6 в вашем месте. Давайте так. Игрок 4. Вы же понимаете, что для этого шерифа критика за столом. Для этого шерифа нет критики за столом. Поэтому вы не имеете права выставлять того, кого вы подозреваете. Никак. Выставляете. Но вы выставили хотя бы черного игрока. Я считаю тоже 4 черных. Я считаю, что 4 черных. Это не точно. У нас есть один шериф, который ушел. И есть один шериф, который не откатывает. Выставляю игрока номер 2. Два принято. Поскольку у того шерифа критика за столом потенциально, то уходите только вы. Мы не можем оставить его за столом. Если бы у него будет черная проверка, мы вынесли черную проверку. Но мы не можем. 4 я считаю вторым черным. Тем более, что вы сейчас делаете такую вещь. Вы не выставляете 2. Вы не топите 2. Не агитируете сносить 2. Говорит, что вы заигрываете красный. Вы выставляете непроверенного игрока, это потенциальная критика. Поэтому второй черный это однозначно. Не получится попилить на 7 человек. Сейчас уходит только 2. После этого уходит 4. На угадайки мы посмотрим, кто останется. Я сейчас не буду озвучивать, чтобы не оставляли этого человека. Это время. Вот номер 8, ваша минута. Доброе утро. Сейчас уходит 2. Я не могу определить между или 9, или да, кто-то и там не могу определить шерифа. 9-6. Ну ладно. Потом 4, я думаю. И фин было там вообще. Между 7-3. 20 секунд. Спасибо. Спасибо. Мы считали баланс между шерифами, двумя шерифами. Один шериф ушел по стрелам, соответственно, второй шериф тоже уходит. Я выставляю игрока номер 2 контрольный, вроде бы. Да, я играю с игроком 1, 6 и 5. Вот, хотя пятерку выставляла четверку, вам... Ну, я, в принципе, соглашусь, да, четверка либо запутанный красный, либо черный, как бы такое. Вот, но чтобы он путался красным, не припоминаю такого. Соответственно, что мне еще сказать? Про восьмерку я не могу много чего сказать, вообще не блядь, что-то говорить. Все, спасибо, пас. Спасибо, Иван, друг. Доброе утро. Ну, какой самострел? Ну, шериф тихонечко вскрывается, намекает, это замечают, его отстреливают в эту же ночь, он успевает оставить 6 красных, вы его выставляете, делаете черным. Ну, сами себя просто уронили. Хорошо сидели по-красному, не румянились, сидели спокойно. Хорошая игра, молодец. Очернились, а просто полосами. Двойка уходит, естественно. В зубы играю с десяткой. Ой, господи, с десяткой. Да, с десяткой, с шестеркой. Я рада, что... Потому что вы для меня сидели по-красному, но тут у вас вот чего-то не въедались. Хотя все ваши аргументации, логические раскладки были. Я рада, что вы проверенный красный. Играю с вами, с десяткой. С пятеркой, наверное, хотя не забывайте, у нас третий черный кто-то сидит. А двоечка и четверочка, конечно, тут граждане спалились. Ну, двойка уходит. Спасибо, пас. Спасибо, Иван, и вам, игрок, два ваши. Ну, тут как бы нет, добрый город. Она добрая, она плохая, она ужасная. Тут как бы против теории не попрешь. Баланс шерифов, как бы. Двойка уходит, но у вас только... Проверенных игроков, и столько как бы прилетать по черному, у вас шестерка сидит,
Красный игрок, но... Я же его не проверял, как бы, что он красный игрок. Потому что дебатый шрифт, как бы, это... Там осел, может, не отменял, как бы. В принципе, у вас тут... Сидят так мафа хорошо, что сейчас вы меня уберете, потом, если проверка, то ты кого найдете. Ну, я не спорю, подыграйте. Дальше вам угадайте. Угадайте, как будет, я увижу. Тот черный, вот, для меня вот... Ницца не сказал, что у него красная речь. Не она. Чок у меня проверка, кажется, как моя сидит, черт возьми. 8 сидит плохо, 10 сидит плохо, 1 сидит плохо, 6 сидит плохо, 7 сидит плохо. Пятерка сидит хорошо, как бы у него. Да. И это время. Мы переходим на голосование. На голосование без стримин какие. 6-4-2. Повторяю, 6-4-2. Опускаем руки, такая по 0. 6-1 год. Принт, опускаем руки, такая по 0. 4. Опускаем руки, игрок номер 2. Спасибо, игрок номер 2. Ваши руки. Походу, меня нет. Жалко. Поставил только черных. Спасибо, пас. Спасибо, мы прошли. Игрок номер 8, это фотошоп. Мы уходим. Occidentali scarpa, quando la vita si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarpa. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste, Ale! Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, rivoluzione in ciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Утро у нас доброе, для города у мафии не состарел. И это утро открывает игрок под номером 5. Доброе утро, город, но понятно, что мафия без за столом, а нас 6 человек. Я выставляю контроль на игрока номер 4. Объясняю, почему в прошлый раз я его выставил. То есть 2 для всех был черный. А как бы своим выставлением номер 4 я хотел обозначить свою красную позицию. Я играю против этой команды. Вот. А сейчас предлагаю пилить 4-8 и поднимать игру. Думаю, что на этом игра закончится. 4-8. Считаю, что 4-8 это черная команда. Такая вот моя позиция. Спасибо, пас. Спасибо, игрок. Ну, по старым правилам это была бы хорошая позиция. Но по новым правилам можем сыграть еще грамм. Так у нас процент, то есть 130, на то, что мы правильно угадываем. К тому же нам нужно именно двух мап, в таком случае угадывать. Вот представьте, что вы с 4 мапы. Вот просто такая теоретическая ситуация. И вы берете, ломаете, выигрываете в 2. Потому что вы готовы ставить 4 руку и прочее, а в раз ставите 8. Поэтому мы не будем рисковать. Мы спокойно убираем 4. Абсолютно не важно, кто отстрелится. Вот абсолютно не важно. А потом двое ставят на голосование. Через 4 двое ставят на голосование. Хотите 8? Поставим. Вот. Ставится двое на голосование. Мы с десяткой поставим. Хорошо? Ваша стройка, если мы с десяткой поставим. Тоже как, для примера. Вот. Или вас с десяткой поставим. Тоже нормально. Замечательно. Мы уже посмотрим по этому. Мы посмотрим по ходу. Так, что единица на самый красный игрок здесь. Вот я проверен красный шериф, в котором все играют. Сейчас уходит 4. Мы посмотрим, кто там. И это время. Игрок номер 8, ваши минуты. Доброе утро, Кора. Сейчас 4 уходит. Кто что? Мы уже...
более красивый. И как номер 8 еще раз. Вот не вас черный. 7 и 2 4. Что, Синарко? Он не состоял, два маха за столом, но у него два ушло. Игрок номер 5, это фол. Ну, соответственно, ну, как бы понятно. Что, кого вы побились? С восьмой, да? Вы выставили восьмой. Пилить кого? Четверка, восьмерка. Ну, правильно. Ну, выставляем игрока номер 8. 8 принято. Кто кого пилит, кто кого голосует, ну... Не знаю, по-моему, может что-то избежать слома, может они в ПМ будут выпадать? У вас 10 секунд. Ладно, тогда девятка, восьмерка, шестерка голосуют в четверку, единица, четверка, пятерка голосуют в восьмерку. Правильно? Это время, я игрок номер 1, ваш мистер. Доброе утро, я буду географически попил на вот эту часть стола. Того подозреваемого, этого. Мне... Мы! Прощаемся. Мафия сдалась, я объявляю победа города. А кто-то без